Привет всем моим подписчикам и моим друзьям. Сегодня я сделала новое видео для канала Инессы Водоносовой, который рассказывает о моем любимом винтажном предмете. Это подсвечник, который я купила вместе с мужем во Франции на блошином рынке Сен-Уэн. Мы на этот рынок пошли в последний день своего пребывания в Париже и нашли его не сразу, хотя мы специально сняли гостиницу в том районе, чтобы точно на этот рынок попасть. Рынок Сен-Уэн меня поразил. Там очень много антиквариата, винтажных каких-то изделий, мелких, крупных, картины, мебель, посуда. Это очень такое красивое, ухоженное мест, состоящий из таких маленьких-маленьких магазинчиков, павильончиков. Мне понравился подсвечник. История этого подсвечника не совсем обычная. Мы ходили по рынку, обошли весь рынок и вернулись для того, чтобы купить этот подсвечник перед самым закрытием. Продавец, он говорил только по-французски, а я не говорю на французском, можно на английском немножко. Поэтому он привел женщину из соседнего павильона, которая объяснила мне, что он хочет отдать мне второй подсвечник, но он разбит пополам, то есть сломан, совершенно бесплатно. Ну, я, конечно, обрадовалась, потому что склеить подсвечник, в общем, не представляло большого, мне показалось, труда. И мы стали искать, значит, разбитый. Первую часть верхнюю мы нашли очень быстро, а нижнюю мы не нашли совсем. По этому поводу продавец очень расстроился, сказал, приходите завтра, я вам обязательно найду и отдам. Но поскольку мы уже улетали на следующий день, мы не могли себе этого позволить. Как бы я поблагодарила продавца. Ну, как есть, то есть так получилось. В результате я была немножко расстроена, может быть, это видно даже на моей фотографии. Продавец тоже немножко, ну, в общем, такая получилась странная у нас радость по поводу приобретения этого подсвечника. Но мне он очень нравится, он очень подходит к моему интерьеру. Я не знаю, какая его настоящая ценность, но, как говорится, воспоминания – самая большая ценность. Поэтому он мне очень дорог. Приятного просмотра всем и удачи!